Впервые с октября 2014 года по итогам торгов на шанхайской фондовой бирже китайская валюта по отношению к доллару выросла почти на 0,5%. Эксперты считают, что основными предпосылками для повышения курса юаня стали интервенции Центробанка. На поддержку неуклонно падающей нацвалюты власти КНР потратили 118 миллиардов долларов, что заставило просесть валютные резервы страны до 3 триллионов 200 миллиардов долларов. Беспокоит инвесторов и трейдеров и проблема оттока капитала. Только за прошлый год, по официальным данным, из страны вывели 1 триллион долларов.